Привет, друзья, привет все любители симрейсинга и автоспорта. Итак, я для того, чтобы разнообразить немножко контент на канале, решил таки вот снимать прохождение челленджей в ассете Корса на уровне сложности Alien, самый-самый сложным. И сегодня у нас Cayenne, друзья, Turbo S. Значит, попробуем пройти этот челлендж. Старт. Все помощники здесь отключены, кроме единственного ABS. ABS стоит в режим Factory. То есть, так как на настоящей машине. Дистанция 5 кругов, трасса Имола. Так, хороший старт нам удался. Небольшой контакт. Ну, ребята, кто у вас это Корса ездил, знают, что вот эти челленджи на уровне Alien, они очень сложные. Некоторые... Так. Ошиблись здесь бота на выходе из поворота. Слишком уж сильно они боролись. Уп, небольшой снос. Первый бот оторвался от всех. Так вот, ребят, челлендж на самом деле очень непростый. Некоторые мне вообще кажется пройти фактически нереально, потому что особенно там, где монокласс, мультиклассовые заезды, там очень тяжело, прям. Опять же, требуется победа с последнего места, собственно. Очень сложно обогнать, если машина быстрее тебя, еще и впереди стартует. Пока обгоняешь своего класса пилотов, те уже оторвались, и отогнать практически невозможно. Ну, так, сносит немного. Ну, сейчас у нас моноклассовая гонка у всех Porsche, друзья, Cayenne Turbo S. Собственно, разработчики Assetto Corsa в этот автомобиль. Характеристики у него. Так, сейчас проеду этот непростой поворот. Тут на спуске. Со всеми отключенными системами помощи, стабилизации там и так далее. Cayenne, конечно, легко довольно-таки уходит в заносы. Вот. Но если включаешь все эти электронные помощники, он, конечно, гораздо медленнее едет. С электронным помощником выиграть, мне кажется, тут вообще нереально их. Так, ну сейчас попробуем. Красный бот не отрывает, кстати. Не отстает, точнее. Более того, сейчас вот на торможение он к нам очень сильно подъехал. Сейчас, может быть, я немножко еще вкачусь. Все-таки специфичная довольно-таки машина. Более 2,5 тонн. Весит 2200. Если быть точным, так, сейчас хорошо еще прошел поворот. Собственно, по мощности, друзья. Немного забрасываем, чтобы пораньше газ нажать. Полный привод, естественно, у него. По мощности, друзья, 570 лошадиных сил. Крутящий момент 800 ньютон-метр. То, что заявлено разработчиками. Ух! Так, здесь стартер справа, и поэтому скользко несколько, так. В таком легком сносе проходим на грани зацепа, что называется. Так, но мне кажется, все-таки мы от красного оторвались, и к первому боту немного приближаемся, друзья. Компьютер посчитал, что я срезал немного. 5 секунд штрафа мне дали, сейчас мне надо будет замедлиться. Но я сейчас как раз перед вот этим поворотом просто газ отпущу, буду тормозить, и штраф этот должен будет сгореть. Наш штраф сгорел, можем снова разгоняться. Ну и, друзья, так, красный кнопка снова к нам подъехал из-за этого штрафа, который нам дали. Собственно, максимальная скорость у этого Cayenne, ребят, 284 км в час заявлено, и разгон до сотки за 4 секунды и 1 десятую.
Третий круг уже пошел. Так, ну мы с красным ботом догоняем, друзья, вот этого серебряного, который на первом месте едет. На торможениях мы более эффективны, но я все-таки начинаю отрываться от красного. Чуть-чуть получше я нащупал зацеп. Ой-ой-ой, вот тут взрывает. Тут красный, друзья, тут как тут готов воспользоваться моей ошибкой. Газ в пол, друзья, он, конечно, так... Можно здесь и занести, может, его, несмотря на полный привод, этот Кайен. Я по треку ездил на Маккане, друзья, ну, в реальной жизни, и запретили нам тогда отключать все... Как-то здесь слишком резко затормозился. Хорошо, что я не вточился в него. Брейк-тест был. Так вот, на Макане, Порше Макан я ездил по треку. Как бы странно это ни звучало. Вот, и все электронные... Так, попробуем сейчас на выходе что-нибудь сделать. Нет. Закрывает вот траекторию. Помощники электронно запретили нам там отключать. И была просто страшно недостаточная поворачиваемость на входах в поворот. Бросить, так сказать, вот такой вот занос легкий, снос, практически было, мне кажется, нереально тот Макан. Потом я поговорил со Стасом Аксеновым, который работает, собственно, в школе, там инструктором сейчас работает иногда в Porsche Driving School. И он сказал, что Макан очень легко тоже в занос уходит, но если отключены все электронные помощники. Собственно, он говорит, что на зимних вот таких вот... Ух, так, лучше. У меня здесь, видите, более правильную траекторию мы используем. Здесь не получилось обогнать, ну ладно. Вот он сказал, что когда зимой у них проходят занятия, они там разрешают отключать систему стабилизации, и, говорит, Макан очень бодренько в занос заходит. Ну вот сейчас, что я могу сказать по Кайену, что Кайен с отключенными со всеми системами. Так, пробуем обогнать, отлично, вроде проходим. Вот тут, правда, чересчур агрессивно на Эллине. Ух ты! Да, хорошо, что я это предугадал, иначе он меня сейчас просто вынес бы. Ну ладно, будем тоже пожестче. Так, здесь просто себя покажем ему. Скорость, конечно, относительно спортивных заряженных автомобилей, специально подготовленных под трек, здесь, конечно, очень медленно, очень все долго происходит. И чувствуется, насколько тяжелый болид, насколько тормозит он менее эффективно, чем специально заряженные автомобили. Ну, здесь на обычной резине, на дорожной. Так, а мы здесь нырнем. Раз он там снаглел, теперь мы здесь внутрь. Ничего себе. Сопротивляется. Немного меня еще и в бок таранул. Блин, боты здесь, конечно, на Эллине просто жесть. Они здесь борются как звери. Так, ну ладно. Мы наконец-то вышли на первое место. Есть шанс пройти этот уровень. Скажем так. Заключительный круг пошел. Надо теперь просто доехать, собственно, до финиша, победить, чтобы дали нам все-таки медальку золотую за это соревнование. Вам, кстати, если, ну, интересно, нравится, то пишите в комментариях, я продолжу тогда снимать такого рода видео, тоже выкладывать. Вот, друзья, без электронных помощников Кайен этот очень-очень бодро заносится. Вот здесь, в частности, вот меня сейчас ведет.
Видите, даже приходится рулем подруливать, чтобы отловить вот эти заносы, скажем так, в самом начале, небольшие сносы. Но это позволяет гораздо раньше руль на выход, скажем так, колеса поставить прямо и раньше газ в пол нажать, чем если бы я ехал бы с включенным ESP. ESP бы она все эти моменты очень сильно глушила бы. Здесь тоже, видите, фактически поворот такой вот в этих поворотах идет не за счет руля, а именно за счет торможения. То есть торможение, небольшое движение рулем и дальше... Дальше руль прямо практически стоит, там чуть-чуть влево-вправо. Но зато болит, заруливается в поворот нормально. Так, ну смотрите, как я оторвался. Видимо, резина у меня под конец гонки совсем пришла в рабочее состояние. Видите, тут тоже приходится подруливать. Заключительная связка поворотов. И все, я, по всей видимости, прохожу этот челлендж. Надеюсь, друзья, вам понравилось. Было интересно. Такая борьба, пришлось побороться. Если интересно, пишите, буду продолжать такого рода видео снимать. Необычные покатушки. Да, Golden Glory, первое место. Собственно, все, челлендж закончил и пройден. Так, ну что, вот такие результаты. Сейчас я повтор сохраню, чтобы потом его добавить, так сказать, к видео, да. И покажу, что мы с вами получили награду в челлендже Special Events. Здесь вот эти челленджи. И где наш челлендж? Вон он там был, значит. Вот он, Alien, друзья. Все, закрыли, закрыли. Ну, на сегодня все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока.